Хотя последние, как показывает практика, тоже могут быть небезопасны. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили факты продажи стеклоомывающей жидкости с метанолом сразу в двух городах области. Во время внеплановых проверок опасная продукция была обнаружена в областном центре и в Усть-Илимске. По результатам исследований, в пробах жидкости содержание метанола в несколько сотен раз превышало допустимую норму. Уже известно, что этот стеклоомыватель поступил в продажу с иркутских складов. Все собранные данные сейчас направлены в правоохранительные органы.